В этом видео хочу рассказать, как плыл по реке Десна к славному городу Киеву на САП мать его борде. Я минимально зарядился, нормально зарядился, целый день я пробыл в хостеле. Вот сейчас я вышел на набережную в каком-то парке, точно не знаю, как он называется, Аллея Героев, по-моему, во всяком случае так называлась остановка. Вот замечательная церковь, опять-таки я не знаю, что это. Блин, да сейчас пойдем посмотрим. Катерининская церковь, вот так вот, 18-го столетия. Самый северный областной центр Украины встретил дикой жарой. Ходить с двумя сумками по 15 килограмм и так не было комфортно, а на такой жаре просто хотелось умереть. Из главных достопримечательностей города мне удалось увидеть Черниговский коллегиум и Екатерининскую церковь. На остальное не хватило ни времени, ни желания, да и компании не было. Одному вообще не в прикол. Кстати, по Википедии в Чернигове снимали Ви в 67-м году. Поднимите мне веки. Не вижу. Ну нахер. В городе долго не задержался. Уже к вечеру плыл по реке навстречу Киеву. Первое время меня пугали моторки, что проходили мимо. Я не знал, честно говоря, насколько пускаемые ими волны повлияют на мою устойчивость. Не знал, чего ожидать, и поэтому падал задницей на доску и пережидал, пока вода не успокоится. Опять у нас дожди начались. Вот. Ни дня покоя. Палатку опять, блин, залило. Но в этот раз я успел все сложить, однако без жертв, блядь, не обошлось. Я порезал гермомешок, когда складывал вещи. Там был незачехленный нож. Да, я молодец, я знаю. Но пациент вроде бы жив, я его заклеил. Латка держится, все нормально. Воздух не выходит. Протекать не должен. Вот. Ни дня без приключений, ребята. Что я теперь собираюсь делать? Я не знаю, либо плыть, либо сидеть. Спустя несколько дней по реке Десне, мокрый, уставший, голодный, я повстречал ребят, отдыхавших на природе. Мы познакомились, они угостили меня жареным стейком и напоили горячим чаем. Бесконечно вам благодарен, ребята, если вы смотрите. Огромнейший вам привет. Это был первый случай за трип, когда меня угощали совершенно незнакомые люди. Тепло попрощавшись с ними, я продолжил свой путь. Небо все так же давило на психику свинцовыми тучами, а дождь вымывал из костей все хорошее настроение. Отвлекали редкие остановки и походы в магазин. В общем, в каком-то городке, то ли Остер, то ли что-то вроде того. Вот, иду в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, например. Просил у местных спасателей поставить на зарядку свой телефон. Вот, это было только что. Нужно было заранее это сделать и спокойно ходить по делам. Вот. За городом. Выберу место и там остановлюсь на ночлег. Сегодня спал в сырой палатке, да. Не очень ощущение, но поспать удалось. Вот такие дела. Музыка.
Всем привет, народ. До сих пор по пути в Киев. В принципе, мы не сильно-то отстаем. Вполне себе неплохо справляемся. Вот. Либо к вечеру сегодня, либо завтра к утру мы будем в Киеве. Вот. Пришвартовался к берегу. Попросил там зарядить, да что такое? В общем, остановился на берегу возле базы отдыха, попросил зарядить телефон. Вот, теперь я перекушу. Ну что, народ, вот уже вон там. Это уже Киев, друзья. Так что сегодня мы заночуем где-то в километрах 3-4. Вот, а завтра уже где-то часам, не знаю, к 12, может быть. Долго мы там задерживаться не будем. Нужно будет найти, где зарядиться, зарядить GoPro-хи, зарядить телефон, по возможности Powerbank, и тогда уже ломануться по Днепру. Вот такой план. Все, до связи. Это уже Киев. Вот. Я еще ничего не видел, но город красивый. Место прекрасное. Вот. Все, ладно, буду двигаться еще 2 часа, может чуть меньше, до стрима. Попробую найти место, где можно будет зарядиться. Мне посоветовал тут знакомый, который кормил меня мясом на реке Десна. Посоветовал обратиться в яхт-клубы, которые здесь, их несколько. Вот, так что этим сейчас и займемся. Помощь яхт-клубов не понадобилась. Возможность зарядиться я нашел в пункте проката сапов и байдарок Sky Park. Там же познакомился с Александром Ивановым, дядя Саши. Он рассказал о шлюзах, о водохранилищах, поделился, что ожидать в дальнейшем пути, и дал несколько полезных контактов. Хотел сказать, что здесь дико красиво. Все такое четкое. Может, потому что я просто тут ни разу не был. В одном из магазинов сети АТБ в Киеве, есть такая сеть, как у нас Европа, со мной приключился небольшой конфуз. По запаре я забыл отдать кассиру бутылку с колой, которую держал под пахой. Я уже рассчитался, все оплатил, начался складывать покупки в пакет, и тут подходит охранник, говорит: а колу ты забыл пробить, пацан?
Я такой опешил, извинился, оплатил, и все, в принципе. На этом все закончилось. Вот, и такое бывает. Киев! Вы в центре Киева, и здесь напротив, собственно говоря, центра, есть, ну я не знаю, как по-другому назвать, это какой-то такой бомжаский закуток, что ли. Ну серьезно, посмотрите на это. Вот, но тем не менее, это крыша. Это крыша. Я здесь не буду мокнуть, здесь никого нету, надеюсь, у меня проблем не возникнут. А если возникнут, будет экшен. Удаляемся потихоньку из Киева. Сейчас наверняка еще, чтобы выплыть за черту города, нужно проплыть километров 10, наверное. По идее, мне должны встретиться три шлюза, которые мне нужно будет обходить. Я не знаю, какое там будет расстояние, но я думаю, что не маленькое. Это все-таки не канава, Днепр. Тащить, я не знаю, метров, может быть, под километр где-нибудь там. Расстояние. Ну, я не представляю. Я не представляю, какое там будет расстояние. Добавилось несколько проблем. Вот одна из них — это шлюзы. А вторая проблема — это каскад водохранилищ. Говорят, что... Ну, я, в принципе, сам понимаю, чем больше водная площадь, и при сильном ветре там будут неимоверные волны. А если ветер будет... Ну, грозовой, сильный, порывистый, штормовой, то я там просто-напросто не пройду. И это еще одна проблема в копилку. На тот момент переход шлюзов мне казался чем-то невероятно сложным. Неизвестность пугала, на деле же все оказалось не таким уж и страшным. О том, как я тонул на Кременчугском водохранилище, о ночевке в заброшенной гостинице на воде и в целом о пути от Киева к Запорожью я расскажу в следующем ролике. Спасибо за просмотр, ребята, ставьте пальцы, звените бубенцами, подписывайтесь. Всем пока. Вот, в общем, странная ситуация, я до сих пор не могу дойти. What doesn't kill you makes you stronger.